опережение руки и ноги тебя почему и рвет? Смотри, что ты делаешь. Тут и нужно реагировать ногами на мое движение. Двигайся, все на окей. Во! Ты понял, что ты сейчас по-другому сделал? Ты отпрыгнул и ударил. Да, это и есть чувство дистанции. Чувство дистанции и есть. Ты реагируешь на мое, поднял руки, работаем. Ты реагируешь на мое движение в тебя ногами. Ну. Завернись, Лена, чтобы ты потом посмотрел, чтобы Саша тебе показал. Правую ногу правее. Мягче. Видишь, далеко отпрыгиваешь, да? От, вот ты вроде сейчас все сделал нормально. Ты отпрыгнул и ударил, да? Но так как ты захотел еще и достать меня, то у тебя и получилось вот такое движение. Это в воздухе, Рашид. Ты здесь, ты должен выкинуть кулак. Ты как на месте подпрыгиваешь, не тянуться. Покажи на месте, как ты вот выпрыгиваешь. Раз. Двигайся вперед-назад, подпрыгнул с ударом. Раз. Вот и все. То же самое на мое движение. Давай еще раз. Ребят, все, в ринг заканчиваем. Аж рука. Ты почувствуешь, что у тебя рука вот так пускается? Нет? Ну давай еще раз. Ускорение, резче. Выбрось кулак. Хоп. Почти. Два движения. Вот ты сейчас и не смог сделать два движения. Потому что первое, вот ты останавливаешь. Выбрасывай руку, выбрасывай. Подпрыгивай просто вверх. Вверх с ударом. Раз. Раз. Вот. Два раза. Нет, не два удара, два подскока, два удара левый. А теперь также назад. Двигайся вперед-назад. Оп. Ты видишь, ты падаешь, тянешься вперед. Нет? Да. Так второй удар он не просто сам по себе. Это следствие первого удара. Опять вот это положение. Два удара. Во! Вот заставь себя так быть, да, вот сгруппировка, да, вот это. Висят руки, висят. Нет, не поднимая плеч, а перед собой выкидывая, сохраняя вот это положение. Молодец, вот ты сейчас прям придержал руку, понимаешь? Было такое сейчас? Вот ты сейчас на мое движение в тебя среагировал чем? Ногами, правильно, дорогой. И также в воздухе удар, еще по фронтальной с собой не встал. Вот, висят, да, висят руки, не прижимай их к себе. Нет, опять торопишься. Вот, молодец. Прыгнул и ударил, в воздухе этот удар. Вот, здесь, оп. Опять. Заставь себя ногами, заставь себя придержать руку. Да, здесь голеностоп стоп работает, заставь. Смотри, ты на меня делаешь движение, я тебя встречать буду. Я прыгнул и ударил, понимаешь? Я на твое движение, на тебя, ногами сделал, среагировал. Если реагирует рука, то вот и получается. На раз еще где-то ты нивелировал свою потерю равновесия, а на второе движение еще больше. Еще раз, пожалуйста. Двигайся. Во! Три подряд движения. Сможешь получиться? Да, прямо. Держи локоть, придержи правый локоть, прямо держи, чтобы он был вот у тебя, вот так вот. Во! Видишь, плечо вылетело. Сейчас удобнее было. Вот давай тебе как помощь такой, смотри, фишка, то, чтобы ты не видишь себя со стороны, да? Вот отпрыгивая, вот придерживаешь локоть, прям придержи локоть. У тебя безвыходно вторая половина не будет напрягаться. Но и этот локоток тебе не даст. Завалиться, не даст закрутиться. Хорошо? Челнок еще раз, оп. Во! Молодец. Все. Вот этот. Да. Перебороть себя надо. Не рукой, а среагировать. Да, для этого есть чувство дистанции. Понимаешь? Чувство дистанции позволяет тебе успеть сделать движение ногами. Понял? Естественно, не из стоящего. Все. Пользуйся. Молодец.